Фу, встали тут, немного почистились. Буранку мы ее эту с прошлого раза немного видно. Снега так сантиметров 15 нападало. Но с грузом и вдвоем, короче, идет, греется собака, потому что... Фу, плюс один сегодня. Получилось так, что плюс один поехали. И гусянку забивает, уже три раза чистили. До избы еще километра три, не знаю, сколько еще будем чистить. Сейчас такая самая плохая дорога. Денис пошел, говорит, на лыжах промну, полегче будет, и его как бы нету в волокушах. Вот, говорит, полегче собаке будет. Так, добраться сегодня до избы, дальше поглядим. У нас есть 5 дней, посмотрим, что получится. На капкашки проверять. Порыбачить хотелось бы, как всегда. С прошлого видео я что-то чик-чик в голову щелк, и я нафиг домой поехал. Чтоб лишние отгулы на работе не брать. Рыбалкой не хотел. Ну ладно, все. Денис ушел, я сейчас что тогда поехал. Включаться что буду, не буду, не знаю. Вот тут батарейки. Батарейки немножко осталось. Ладно, сейчас повешу на голову, пускай висит. Что-то мозг заснимет. Едут? Лыжи не едут, налипают, говорит. На, ехать хули тут. А мы их почистили, да, по лыжне, так она намного лучше, да? Сейчас не уебывает. Ну, сразу потихонечку нормально поехала. Просто почистили, блин. Так, лыжи не едут. Мазать надо. Что-то наживка на месте. Капкашка на месте, бля. Ну чего, рысь ходила прямо по буранке?
друзья, в общем-то, мы в избе. Ну, вернее, не мы, я в избе, Денис там где-то, ну, там метров 300 ему, он пешком там вышел, пешком, говорит, дойду. Короче, так, с натяжечки доехали. В всем процессе. Там километров 7 вообще ничего не чистили. А последний тут километров, не знаю, 6-7. Ну, можно сказать, через километр. Ну, поехали так, мы знали. Потом не будет время пока. Сейчас вот время появилось, поехали. Ну, сегодня сейчас плюс один, завтра минус три, потом опять ноль. Потом опять минус пять. Короче, такая погода. Что у нас сегодня? Что у нас сегодня? Число какое? Забыл. Короче, конец января. Конец января. Вот такая вот погода. Денис вон идет. Ну все, доехали, сейчас там проверим лед, фигет и короче. Ну, в общем, начнется бытовуха сейчас. Надо попить, покурить и так далее. Так надо два раза, да? Ведро разлить, ведро туда и ведро, два ведра так. Че, так ты взял уже ведро? Ковшик возьми. Ковшик, ковш, надо будет ковшом. Тут так совсем-то мы уже, блядь, не сделаем. Короче, нормально снега насыпало после моего раза последнего. Как видите, есть водички немножко. Солнышко вышло, красота. Лучше было минус 5. А не плюс 1. Один нахуй. Так, не надо взять. А, блядь, не кочергу, а, блядь, клюшку какую-то, блядь, лопату, блядь. Где нихуя сижу? Вторая как будет. Что там нету?
Я не унимал. Что, воевали-то, мужик? Так, друзья, у нас, короче, что, будет ужин сейчас? Решили мы, короче, пельмешек пожарить. Короче, не знаю, одна масса, что получится, я сейчас поотлепляет. Да тут не отлепить ничего. Тут надо просто туда ножом нарезать, вот, кубиками ее. Или прям вот этот шлепок такой хуя. Пожарить. По новой надо лепить. Мясо-то все это наружу вылезет. Ну и что, оно все в сковородке пережарится. Да что оно, ничего не пережарится, это ерунда будет полная. Короче, сейчас что-нибудь налепим. Только что было поморье, погода ночью сказали 0-5. Короче, непонятно. Ну и завтра то же самое. Главное, чтобы плюса не было. Завтра посмотрим на капкашки там проверить. Ну попробуем, может капкан на бобра поставить. Ладно, потом покажу, что пожарится. Пык, пык, пык. Сколько у нас? 6 часов. В общем-то, что-то у нас получается. О, уже зажарили почти. Сейчас будем ужинать с этим соусом. Я даже не знаю, как он называется, соус этот? Я откуда знаю. Томатный? Да нет. Тартар-то ведь не этот. Я почему-то думал, что тартар. Нет, тартар он же не этот. Не с томатом, он же с этим идет, с майонезом там или со сметаной. Почему? Там по-другому он, наверное, делается. Я тебе говорю, он белый тартар. Он, по-моему, по-другому называется. Кто? Тот соус. Я тебе говорю, да что? Ну понятно, короче, он рядышком. Там и тартар продается белый, и вот этот. Это обычно к этим дается. Шашлыкам, короче, продают. Там. Соус томатный так и называется. Да чего там? Я тебе говорю. Там чеснок, укроп, тоже всякая фигня. Где? Там же. Вот в этом? Да. Ну, так и чё, а? Это просто в банку я в эту перелил, а так там по чуть-чуть она продается. Вот взяли мы с собой. Чё, винегрет у нас тут еще есть покупной. Салат винегрет. Колбаска тут копченая, там отдельная. Вкусная. Короче, поесть мы, как всегда, набрали.
Поесть мы любим. Там хорош, наверное, уже. Все, все, я выключил. Сейчас. Вот так, короче, я ем. С таким соусом. А? Да, фиг. А здесь еще хлеб с мазиком. Вообще, да, вообще ништяк. Пускай это комментарии пишут. Да. Кто как любит есть еще. Кто как любит, тебя обосрут ее. Тебе же говорят, яичница с салом. Нет, это да с майонезом. Вы что там совсем, блядь? Да-да-да. Ладно, все, сегодня ничего больше снимать не буду. Уже буду включаться завтра. Так что давайте до завтра. Мы будем вот эту фигню кушать. Ставили чайничек. Так, в избе 13, там 1,6 минус. Ой, доброе утро, друзья. Затопили печь. Время 5:30. Сейчас будем жарить яичницу. Испортим? Яичницу. Бля, здесь вообще ничего. За мной делать не то. Так, друзья, всем доброе утро. А с начала второго дня. Короче, собрались. Фу, погнали. Один путик проверять.
Ну и по возможности посмотрим, доедем, не доедем. Где в прошлом месте стояли капкашки. Поставим капкашки. Вот такая фигня. Сегодня ветерок побольше. Воды с нашей лунки давануло еще больше. Но здесь подзамерзло. Ну а там вымывает. Вымывает лунку. Вода выпирает, вымывает. Вот так вот. Все, теперь тут вода будет постоянно. Вот лишь бы разворот был нормальный. Вот здесь я разворачиваюсь. И обратно заезжаю. Там тоже, наверное, на лыжах надо придется. Лунка ничего не замерзла. Вода оттуда идет. Воду дали? С этой лунки, да. Ну, точно она тут ходила. Короче, рысь по всем капканам прошла. Где у меня бобер? Блин, надо было на лыжах идти. Надо было на лыжах идти. Ладно, уже пошел, блин. Короче, где рыба висит с курицы, она не тронула. Где бобер, блядь, все сфигачило бы. Здесь даже следы отсюда идут туда. Ну, что и требовалось доказать. Вот она тут топталась, блядь. Капкан сбит, разряжен, бля. Пустой, бля. Сука. Фух. Я офигею, если она так, блядь. До конца по путику прошла, бля. Интересная фишка будет. Вообще пипец будет. Тут. Ну что я еще могу сделать? Ничего больше я не могу сделать. Что? Наживились новые, вот и все. Едем пока дальше, проверяем. Ну, мы еще проверим штуки 3-4. И потом до того места пробовать на бобра ставить. И в обратку еще там несколько. Лыжи брать нахер. В общем, друзья, сижу, чай пью. Ситуация такая, едем уже обратно. Вон озеро. Я тут курю, чай пью. Денис, короче, туда, там болотина есть. Пошел на болотину посмотреть. В ту сторону, короче, куропатки сейчас здесь взлетели, туда улетели. Беленькие. Пошел вам посмотреть. Ну, мы что, этот путик проверили один. Получается, по 6 капканам, где я добавлял этот, шкуру бобра, где весил, добавлял. Там это... Короче, рысь везде прошла. Здесь около... Вот тут есть капкан рядом. Там утка висит.
утка висит еще, когда там весил-то, в октябре или когда ее? Так и висит. У утки потоптался, что-то рысь утку не хочет. Правильно, она там уже раз, два, три. До утки четыре бобра уже там куска съела, да, конечно, зачем ей утка? Сейчас что, едем в избу, ну, дождусь, едем в избу, да будем супешник говорить. Обед варить будем, обед варить. Ну, а дальше не знаю, расскажу, что к чему. Тут, сук, наверное, с десяток взлетело. Куропатки там. Еще в одном месте тоже, наверное, штук с десяток взлетело. Те года она раньше появлялась. В этом году он что-то поздно. Конец января. Ладно, курю, жду Дениса, пью чай, короче, и встретимся в избе, там расскажу, какой суп будем варить. Погодка, конечно, минус 2. Солнышко, облаков нету. Благодать. Ну и какие дальнейшие планы, тоже потом расскажу. Даже по своей обратно идешь. Проваливайся. Это вообще не пойму тут. Наверное, рысь тут ходила, все. Вон там следы ее. Ящик раздербанил весь опять. Капкан вон там где-то брошен. Ладно, сейчас посмотрим. Так, это. Ну, даже, да, вроде не сработал. Но она тут, короче, похозяйничала. Похозяйничала, да? Да, он даже какой-то умерший весь там. А? Вот он даже не сработавший. Ну там что, конечно же, там бобра она съела. Я бобра там кидал 2 куска. Ладно, снова зарядим. И в избу. Я просто по пути тут вышел. Денис уехал. Ладно, встретимся в избе. Так, радио не выключаем. Ну, в общем-то, что, друзья, начинаем мы готовить суп. Там уже на костре, в кастрюле стоит. Там косточки какие-то свиные брали там чуть-чуть для супа. Брали, чем у нас будет такая 2 штуки заправки, солянки. Туда. Ну, картошки вот начистил туда. Колбаски копченой пережарю. Лук добавлю, пережарю. Морковку добавлю, пережарю. Вот такая будет фишка. Короче, будет вкусный суп. Что, жарим? Не знаю, что еще сказать. Может, вот, и не
Замари. Косточки у нас там варятся. Погода как в апреле. Да. Надо на озеро-то в очках выходить, я даже и не брал ее-то. Так, суп у нас готов. Поставили на печку. А, здесь кипит. Сейчас укропчик еще кинем. И скоро будем обедать. Ну, а вкусняшка какая тут. Представлять свои технические решения, отстаивать его куда-нибудь, потому что чтобы недостатка, то мы тут лучше принести снять себя каких-то самых смелых идей. Так, друзья, мы уже давно пообедали. Кое-куда тут еще скатались, прокатились. Сейчас там немножко на развороте, когда там разворачивали собаку на озере, немножко водички там хапанули. Сейчас почистим. Вышла вода. Здесь все больше и больше. И там лук один горит еще больше. Только сейчас темно. Ну, на камеру-то вот светлее кажется. Там и следа, наверное, видно, что немножко на изгибе водичка. Эта вода уже замерзла вчера. Там, смотрите, какая лунка стала. Была 130-я, стала 200-я. Да, вот такой вот закатик. Дровишек надо поколоть, пока туда-сюда, потом ужин. На ужин расскажу потом. Ну отсюда так и не видно ничего. Там нет. Ну и сейчас я меньше зацепил, чем в прошлый раз. Кусок какой-то есть у нас.
две. Лук, колбаса и яйца. Майонезом все это зальем. И еще что мы? Макароны с котлетами пожарим на ужин. Где-нибудь так, через часик. Ну и там слушаем радио. Радио по морю, Архангельск. Вот такой у нас скромный ужин. Скромный. Вот у меня две котлеты, полная тарелка, макарон, салат. Что у нас еще? У меня одна. Да, у Дениса одна. У старшего две, у младшего одна. Объедает. Че, короче, хочешь жрать у нас много чего. Так, суп у нас. На суп, наверное, надо на улицу вынести или что? Минус 4 сейчас. Минус 4. Ладно, пускай тут на полу стоит. Ладно, все ужинаем. Ужинаем. Потом я, наверное, что, включу какое-нибудь кино в наушниках и посмотрю. Ох, ветрища, друзья, доброе утро, у нас третий день. Ветрище, короче, штормовое. Там метров до 17, наверное. Пока минус один. В общем, что сейчас решили сегодня так. Денис, короче, поехал, покатается там. Посмотрит кое-что где. Я, короче, пошел на лыжах по другому путику. Прогуляюсь, так, как говорится. Что-то интересное будет, сниму. На телефон уже. Так, камеру оставлю. Не буду же я идти лес снимать или что. Зачем? Задувает конкретно сегодня. Ну вот такие пока дела. Короче, все, пошел я на лыжах прогуляюсь. Денис поехал покататься. Прошли, в общем-то, половину. Пока ничего интересного. Вот прохожу. Такое болотистое место. Рысь там вначале была около избы, следы. Ну а там и ходила. Дальше вроде рыси нету. Половину капканов проверил. Нормально все. Жарковато. Идем. Так, лыжню немножко свою видно. Немножко видно. Ну и нехти проваливаюсь. На собаке вообще в легкую бы проехал. На болото вышел, да тут ветер, блин. Ладно, сейчас немножко постою, остынем. Термуху испытываю. Будет она сырая, нет? А вот отсюда, друзья, только что заяц убежал. Что-то не получается не снимать, приблизить хотел побольше. Ну вот отсюда, короче, заяц только что убежал. И вот там. Метров 15 постоял, на меня посмотрел и дальше побежал. Почему его не стрелял, я вам не скажу. Ладно, мы идем дальше. О, так, друзья, ну что, мы в избе? Денис катался, нифига. У меня тоже на этом что-то поснимал. Зайца видел. Он уже обедает. Сейчас пойдет еще на лыжах куда-нибудь. Прогуляется по лесу.
Я пошел посмотреть, что там у нас как с водой. Ветрище, блядь. С этой лунки до воды уже нормально надавило, блядь. Я в этих тапочках тут смогу, не смогу. Хуя, вода-то идет отсюда и выходит, и выходит. Да, бля. Вот, вот, вот. Смотрите, что творится, бля. Вода только прет и прет. Это вон там, вот первый лед. Вот это у нас второй лед замерзший такой. Видно, вода идет туда. Ну, блядь. Такая майна тут будет, потом провалиться можно. Пошел, короче. Там болото есть, хотел туда, до того болота прогуляться там. Может, кого там поднимет. Проваливаться снег, херово идти. Вообще в этом году что-то снег, говорю, непонятно. Не спрессовался, ничего. На лыжах по лесу нереально ходить. Я так вот по накатке по своей прошел сейчас. А по сторону идешь по свежаку, полметра валишься по колено, даже на лыжах. Так, друзья, у нас уже близится к вечеру. Кто чем занимается. Бачку почистили, Денис ездил так. Короче, ноль на улице прилипает. Дровишки тут колем. Денис на баню, я в избу. Короче, баньку затопили. Банька сегодня будет. Ветрище штормовой так и дует. Вот, воду с лунки так все больше и давит. Ух, ветер. Все, просто дела все тут. Завтра, короче, уедем домой. Рыбалкой в этот раз я тоже не занимаюсь. Я нафиг увидал такой ветрище, блин. Короче, как-то у нас так. Ничего я не снимаю, а что тут снимать? Затопили баню, что, все, что. Давно не топили, что, наверное. Часа три потопим. Начинаем закидывать снег в ледник. Потом меньше кидать будет. Тут примерно куба два. Не, полтора, наверное. Или два. Два куба, короче. Так, уже вечереет. Банька топится. Какой-то плюс один. Изморозь какая-то идет. Лишь бы завтра так не было, бля. То плохо будет выезжать. Ветрище штормовой так и дует.
пошел чай заваривать. Повазки кипит за очком. Так, тут что, остатки? Чай простой, канди. Мусор. В избе 20, там плюс один. Эту влажность я всегда определить не могу. Наверное, в избе, на улице так не может быть, там, наверное, все 90. Да, наверное, влажность 50 в избе. Тут береза подкидывать на ночь, чтоб шаяло. Там наколото все. Включаем радио. Искусственных дорожных сооружений. А, так, ну, в том числе, там, вот так вот. Короче, Вася, если будешь смотреть, где-то, короче, половину оставляем, тут тебе, короче, под гусей забить доверха гусями потом, весной. Ну, где-то куб гусей, чтобы. Куб гусей, да. Так, друзья, ну что, баньки мы помыли, зелёшки поделали. Все, теперь ужинаем. На ужин решили, короче, доедаем суп. Я с луком в припуску. Потом, чтобы это, сушняк был. Что вам еще сказать? Да не знаю, что сказать. Я завтра проснусь утром, что-нибудь еще поснимаем. Собираемся и домой чалим. Как-то вот так. Так, друзья, ну что, у нас утро 4-го дня. Все, мы уже собрались. Позавтракали, собрались, умылись. Так далее. Сейчас одеваемся, заправляем буксировщик. Ну и погнали домой. Погнали домой. Вот так у нас получилось, что по капканам нифига. Туда не пробились, куда хотели. Можно было 3 километра на лыжах сбегать туда. Внутри обратно. Что-то не нафиг. Снег непонятный. Небольшая есть корочка, потому что был то плюс, то минус. Все, под ним такой пухляк, не знаю, уже до самой земли зарывается. И на лыжах ты идешь, по колено проваливается, на лыжах даже. Непонятка какая-то, короче. Ну и буксировщик даже в одного не ехал. Только по лыжне или по накатке. Так в чистоган не идет. Ну все. Прощаюсь, надеюсь, ненадолго. Не знаю, конечно, когда это видео выкину, еще то не выкинул. Неохота с этой в связи с ситуацией в этой стране. Ладно, всем пока. Ходите в походы в лес и будь бобру.